Let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, standing with head trainer Roberto Garcia, wearing black with red, officially weighing 150 pounds. His professional record, 38 victories, including 27 knockouts. With 27 нокаутов из 38 боев, трехкратный чемпион мира Антонио Маргарито. Антонио Маргарито по кличке Торнадо из Тихуаны. And fighting out of the red corner, standing with head trainer Freddie Roach, wearing white with gold, official weight 144.5 pounds, professional record 51 victories, including 38 knockouts. 51 победа, 38 нокаутом, всего 3 поражения. Philippines, the 7-time. Champion of the world, семикратный чемпион мира по разным версиям и в разных весовых категориях. Мэнни Пакмен Пакьяо. Да, что-то сейчас будет. Маргарита – типичный мексиканец. Вот такой, каким мы видели в предыдущем бою. Настырный, упорный, но классом намного выше, конечно. Обладающий мощным ударом с обеих рук. Боксер, который своей манерой может доставить массу неприятностей любому чемпиону. Мэнни... Прежде всего, это скорость, фантастическая скорость. Быстрота его ударов просто впечатляет всех. Трудно вообразить, чтобы человек был настолько быстр. Кроме того, помимо скорости, Мэнни Пакьяо обладает нокаутирующим ударом, очень острым и прицельным. Он может держать любой темп, любой. И ему придется противостоять напору Маргариты. В данном случае не физическое превосходство Маргариты, не его рост решающего значения не сыграет. Потому что по части удара Мэнни может преподнести столько сюрпризов Маргарита. Несмотря на то, что он намного легче, я думаю, что любой практически пропущенный чистый удар этот бой закончит. У Мэнни очень опасные удары правой. Вы видите, как он бьет? Сухой, отрывистый удар, как выстрел. И при этом невероятно твердый. Маргарита, который привык
давить, теснить любого противника. В данном случае, видите, просто опасается что-либо предпринимать. Потому что Мэнни мгновенно реагирует. Бьет в разрез между рук, между предплечий. Очень опасно. Конец первого раунда. Мы сейчас видим, какой тактики придерживается Мэнни Пакьяо. Во-первых, видно главную установку, которую Фредди Роуч, его тренер, ему дал. Не отдавать пространство ни в коем случае. Маргарита, если он будет теснить канатом, его будет очень трудно там остановить. И вывернуться там, уйти довольно сложно. Поэтому нужно пресекать любые попытки атаковать с прессингом. Что Мэнни с успехом и сделал в первом раунде. А что будет дальше, посмотрим. Видите, стоит сделать Маргарита шаг вперед, попытаться придавить, что называется. Пакьяо смещается, он не идет назад по прямой, он идет в сторону. Маргарита приходится разворачиваться и в результате пропускает удары. Да, тут любая ошибка наказуема. Пакьяо таких вещей не прощает. Любая задержка, любой промах, любой выход из равновесия. Пакьяо тут как тут с ударом, и не с одним. Вот чего никак нельзя допускать Мэнни Пакьяо, это вот оставаться у каната. Все-таки видно, насколько Пакьяо меньше. И меньше, и легче, чем его противник. По части частоты боевых действий Маргарита Пакьяо может не уступать. Единственное, в чем, конечно, филиппинец превосходит своего визави, так это в скорости. Тут просто видно, как летят его удары. Причем это не комбинации. Он выбрасывает просто как очередь все равно из автомата. Короткую, быструю, очень точную и жесткую. Маргарита на чеку. Повторные серии очень опасны. From your iPhone or Android cell phone, text top rank to the numbers shown here on the screen.
By sliding your finger on your phone, you can pick who will win. And the real-time results of the whole audience will be shown instantly on the TV screen. In the USA and UK, text Top Rank to the number shown on the screen. In Mexico, text Go Top Rank to 70000. In the rest of the world, go to TopRankVIP.com. And remember, you must use your iPhone or Android cell phone to join in the game. Третий раунд. Многие аналитики уже расписывали этот бой, предполагая, что будет, как будет, сколько он продлится, кто выиграет. Понятное дело, 90% предсказателей ставили Мэнни Пакьяо. А конец боя предполагался где-то в поздних раундах. В 10-м, в 11-м. Вопрос в другом. Длинный бой рано или поздно может привести к проявлению превосходства Маргарита в физической силе. Он же тяжелее, он больше. Чем еще опасен Пакьяо? Это в его умении действовать в опережении. Очень много хороших бойцов пострадало из-за его удивительного чутья. Когда противник только собирается что-то предпринять, Пакьяо тут же делает что-то в опережении. Вот как сейчас. Маргарита улыбается. Ну, это так, бравада. Ему просто еще не досталось, что называется, вплотную. Пока что удары Пакьяо в основном ложатся, задевают предплечья и плечи. Видите, вот реакция Пакьяо. Маргарита еще только подумал вытянуть левую руку, как тут же вылетел перекрестный удар справа через руку. Правой рукой с поднятым локтем очень опасно. И снова очень хороший раунд. И потом посмотрите, сколько раз мы сталкивались с таким... феноменальной ситуации, когда кажется, что время просто спрессовано. Раунд пролетает просто на одном дыхании. Не тянется, как в других боях. Четвертый раунд. Антонио Маргарита еще ничего не сделал из того, что было задумано.
Да, его козырь – это многоударность. В предыдущих боях с другими соперниками это его всегда ставило в выигрышную позицию, потому что он сыпал безостановочно с обеих рук. Но Пакьяо не дает ему ни малейшего шанса проявиться в этом. Очень опасная левая у Пакьяо. Маргарита прекрасно понимает, что ни в коем случае нельзя отрывать локоть, правый локоть. Потому что Пакьяо бьет, как жалит, туда, в область печени. Один раз, видно, плотно достал филиппинец, что у Маргариты уже гематома на щеке. Да, а если вцепится, то уже не отпустит. Тут просто нечего комментировать. Что вытворяет Маргарита, вернее, Пакьяо, это поразительно. То, что вот Маргарита раньше делал, помните, Скотта, сейчас возвращается ему в двойном размере. Причем самое неприятное во всей этой истории для мексиканца, это то, что противник просто не считается с ним. Он хозяйничает, как хочет, Пакьяо. Конец раунда. Какую трепку задал Пакьяо мексиканцу, это вообще поразительно, конечно. Да, тут видите уже, какие потери несет Маргарита. Но это как раз тот самый глаз, который попал под левую филиппинца. Оу. Мне кажется, очень опасно продолжать бой. С такой травмой, ну, наверное, ни один рефери не осмелится вот так вот из-за этого остановить схватку, потому что миллионы людей сейчас у телевизоров ждут, чем все-таки кончится это противостояние. Пакьяо не просто быстро бьет, он еще и быстро думает в ринге. Он быстро реагировать в состоянии... Быстро реагировать, конечно, очень многие бойцы могут. Но вот соединить эту реакцию с быстротой ответных действий... Да... Спокойно перенес попытку атаки Пакьяо, и сейчас будет рассчитываться с противником.
любой рукой, из любого положения, в любой момент, на отходе, в атаке. Все у Мэнни получается. Причем фантастически прицельно действует филиппинец. Просто удивительно. Что настолько низкий процент промахов у него. Интересно, сколько таких ударов может человек вытерпеть? Да, у Маргариты всегда были прекрасные нервы. Это очень стойкий боксер. И он будет терпеть до тех пор, пока не упадет. В хорошем настроении возвращается Пакьяо в свой угол. Как всегда, немножко флегматичный Фредди Роуч. Они с Пакьяо понимают друг друга с полслова. Фредди сейчас работает еще с одним боксером, которого он считает равным, чуть ли не равным по таланту, Мэнни Пакьяо, это Амирхана. Но я почему-то думаю, что Фредди ошибается. Это совсем не то. Я имею в виду Амирхана, конечно. К этому мы вернемся чуть попозже, когда Амирхан появится у нас в очередном шоу. Шестой раунд. Пакьяо пошел по кругу, потянул за собой противника. Он всегда умудряется действовать внезапно. Ударил джебом. Маргарита подставил блок. Пакьяо сделал шаг назад, как бы шаг назад, и тут же всадил два удара в атаке снова. Это старый трюк, на который все попадаются. Те, кто ожидает, что Пакьяо вступит в примитивную рубку, несмотря на то, что он часто, казалось бы, идет в размен, вот, ошибаются, потому что если внимательно приглядеться, вы поймете, на какой короткой амплитуде филиппинец защищается. На сантиметр убирает голову от удара, просто это движение почти незаметно, но достать его очень трудно. Вот уклончик был, видели? Как быстро и как вовремя.
публика уже почти поверила, что Маргарита добился успеха. Ну вот, пожалуй, наиболее успешный раунд для Маргариты был сейчас. Да, пропустил сейчас по туловищу тяжелый удар Пакьяо. Здесь он, конечно, здорово ошибся. Мало того, что он зашел канатом, он еще, ко всему прочему, умудрился там раскрыться. Да, этот, конечно, трюк не прошел. Придется стереть вазелин с этой гематомы. Понятно, что секунданты пытаются спасти своего боксера. Но правилам запрещено. Во время подготовки к этому бою тут в штабе Пакьяо думали о том, что лучше набрать вес для того, чтобы все-таки удар был потяжелее. Противник же намного тяжелее. Или сохранить скорость, сохранить форму. И вот все-таки решили, что скорость важнее. Вот такую тактику избрал филиппинец сейчас. Смещение по фронту и действовать на противоходе, в опережении. Что вытворяет? Просто поразительно. И это все в движении, не с места. Да. Конечно, Пакьяо, ко всему прочему, еще и большой хитрец. Он прекрасно понимает, что более тяжелому и высокому боксеру очень трудно бороться со своей инерцией. Когда он идет в атаку по прямой, Пакьяо постоянно смещается по фронту. Видите, уходит в сторону, действует на противоходе. Маргарита вчистую проигрывает раунд. Просто вчистую. Понял. Но ты не можешь
suena corre, porque si con tus golpes, Tony, lo atacas, lo corralas, le tiras y empiezas con el cuerpo, los uppers le están dañando, mi Tony. Tienen que hacerlo. Vamos. Я думаю, зря так наезжать на своего боксера, потому что, в принципе, он бы и рад бы сам побольше ударов наносить. Но как? Противник не дает, да еще опережает. Наказывает за промахи, за ошибки, вот как сейчас. С самого начала, я теперь понимаю, и Роуч, и Пакьяо решили не делать ставку на досрочную победу, на удар. И, наверное, это было правильное решение. Если бы они выбрали силовое противодействие, то тогда Пакьяо пришлось бы играть на поле соперника, что называется, у которого есть преимущество. Я имею в виду и рост, и вес. А так, силе Маргарита противопоставлена скорость. Зачем Пакьяо это делает? Мне непонятно. Зачем он заходит к канатам, становится там и дает противнику возможность хоть что-то предпринимать? Маргарита показывает, дескать, бей. Ну, раз просишь, получай. Вообще, есть так немножко бравада просматривается в действиях Пакьяо. Зачем он становится сейчас опять снова в ту же самую позицию? Не нужно делать таких подарков противнику. Пакьяо, конечно, немножко заигрывается иногда, но это потому, что он чувствует себя полным хозяином в этом бою. Он абсолютно спокоен и уверен в себе. Это вот доказательство, что труды Маргарита были напрасны. Да, попросил Маргарита на свою голову. Все меньше и меньше остается времени для Маргариты, чтобы что-то изменить.
так с некоторым удивлением разглядывает Маргарита пустое место, где только что был противник, а его там нет. Пакьяо немножко расслабился вот в этом раунде. Так подвигаться немножко, сбросить напряжение. Самый неудобный для противника момент. Пакьяо оказывается рядом с ним. Ведь в начале боя казалось, что Маргарита очень трудно раскрыть. Так он был собран, внимателен, сфокусирован. И все равно все эти пушечные ядра пролетали между рук в момент. И Маргарита где-то, мне кажется, растерялся. Сейчас он уже действует на автопилот. Легко уходит Пакьяо из угла теперь. Конец раунда. Да, поистине спор специалистов, что важнее, скорость или сила. Видите, решается в пользу скорости самым наглядным образом. Vamos, vamos, давай, давай. Ну, легко сказать. Ну и зачем же еще и обзывать противника нехорошими словами? Понятное дело, это чтобы подбодрить своего бойца. Публика возмущена вот этой остановкой. Мне непонятно это возмущение. Рефери действует, можно сказать, в пользу Маргарита. Во-первых, он заботится о его здоровье. Во-вторых, он просто дал ему лишние там 5-7 секунд дух перевести. Маргарита получает советы. Справа, справа, бей справа. Ну, сам не против ударить справа. Да что толку? Противник умудряется под эту правую всадить в разрез удар. Оттянуться и еще парочку в ответ выбросить. Пакьяо обостряет бой, когда хочет. В любой момент. Когда ему
покажется, что можно, он это делает. А можно ему всегда. Поразительно, как мексиканец держит все эти удары. Мэнни бьет здорово. Конечно, можно себе представить, что было бы с этим Маргарита, если бы Пакьяо весил бы килограмм на 5. На 5 побольше. Видите, он столько ударов влепил по этим гематомам, что даже посмотрел на рефери. Мол, дескать, не вмешаешься ли, а? Может быть, хватит уже? Разгром. Просто разгром. Вот гонг спасает мексиканца. Вот вам и вамос, вамос. Самое неприятное, конечно, то, что Маргарита этим глазом правым не видит. Доктор показывает ему там пальцы. Сколько пальцев видишь? Это был правый крюк в висок. Пакьяо еще полюбовался на свою работу. Повезло мексиканцу. Если бы он сейчас добавил бы еще, неизвестно, как бы дело повернулось. Предпоследний раунд. На выбор бьет Пакьяо. Видите, прицельно, спокойно, без... еще поглядывать на рефери. Ну, сколько ж можно? Останови, наконец. Бой принимает, да что я говорю принимает, принял уже давно односторонний характер совершенно. Тут уже не бой, а избиение. Посмотрел немножко на Маргарита рефери. Думаю, что это была попытка дать ему в себя прийти просто, потому что я представляю, что у него в голове сейчас. Какой гул стоит. Знаете, кого мне жалко? Мне жалко сынишку Антонио Маргарита, который все это видит сейчас.
Ну, что поделаешь, это традиция мексиканских боксеров приводить своих сыновей. Но одно дело, когда на ринг выходил Хулио Сезар Чавес со своим младшим, потому что 99,9% вероятности была победа отца. А тут вот совсем другое дело. Такое впечатление, что Пакьяо только разогрелся. Что за люди у Маргарита в углу? Я вот не могу их понять. Но ясно, что шансов никаких. А самое главное, здоровье под угрозой. Но вмешайтесь, выбросьте полотенце. Так все понятно. Да, леди и джентльмены, дамас и кабальерос. Это финальный раунд разгромного избиения, очередного избиения мексиканца, который уже сколько времени страдает от рук, а вернее от кулаков этого феноменального филиппинца. Что-то у меня такое впечатление, что Мэнни перестал вкладываться в удар. По-моему, он уже не хочет уродовать, калечить своего соперника. Он бросает кулаки в цель, но не действует жестко. Мэнни настоящий спортсмен. Вот в таком первозданном смысле этого слова. Он не испытывает и никогда не испытывал личной злобы, неприязни к своим соперникам. Да. Пакьяо выигрывает бой и больше не хочет избивать своего противника, потому что понимает, что перед ним такой же профессионал, как и он сам, который зарабатывает себе на жизнь тем, что выходит на ринг. Вы знаете, что сейчас происходит? Мэнни Пакьяо не просто выиграл, он не просто избил противника, он его деклассировал. Перед ним трехкратный чемпион мира, из которого он сделал, ну, не хочу сказать ничтожество, неумеху. Бойца из другой лиги. Это так здорово, что даже печально смотреть на это. Потому что Маргарита – это не последний человек в мировом боксе.
Ай да мэнни. Да, много работы оставил Мэнни Пакьяо докторам после сегодняшнего боя. Итак, в самосознании мексиканских болельщиков и боксеров такая глубокая рана. А сегодня Мэнни Пакьяо просто туда палец вложил и повернул. Jay Lango scores the bout 120-108. Glenn Crocker 118-110. Orange Schellenberger 119-109. All three to the winner by unanimous decision. Единогласное решение судей. Ясное дело. The fighting pride of Sarangani Province, Philippines. Manny. Гордость Филиппин. Мэнни Пакьяо. Но я думаю, не только Филиппин. Да, друзья, вот так закончился этот бой. Великолепный бой. Давно мы такого не видели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Я хочу на этом попрощаться с вами, пожелать вам всего доброго. До новых встреч.